Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Получил сегодня посылочку от своего Деда Мороза и решил заснять видео. На сайте коробка.ру, сайт моделистов, многие об нем знают, есть отличный конкурс «Анонимные Деды Морозы», и я постоянно стараюсь в нем участвовать. Свой подарочек внучку я отправил и теперь получил подарок от деда. Сейчас мы вскроем и посмотрим, что мне пришло. Оба! Мина-ловушка. Открывал коробочку и загорелась гирлянда. Конечно, здорово придумано. О, отлично. Просто отлично. Уже настроение поднято. Так, вот такая вот мишура на елочку. Конечно же, она украсит елку. Сумочка. Белорус Калий. Дедушку Мороза моего зовут Сергей. И живет он в городе Солигорске. О, замечательный зефир в шоколаде. Целая куча конфет россыпью. И вижу коробочки с моделями. Аккуратненько, чтобы не порвать гирлянду. Конфеты «Марсианка». Вот такие вот пингвинчики. Конфет много. Прикольно, прикольно. Во. Шишига от фирмы «Восточный экспресс» с зениткой ЗУ-23-2. Отлично. Вон еще конфеты. Бедного зайца шоколадного раздавило. Но ничего. Мы его и так съедим. Кит-кат. Так, вот еще коробочка. Т-37А. Фирма МСД. Такая небольшая коробочка. Ну и танк сам по себе. Маленький, небольшой, плавающий. Советский танк. Отлично. Так, что у нас? Конфеты, конфеты, конфеты. И от Art Model коробочка с бизоном. Немецкая 150-миллиметровая самоходная гаубица «Бизон». И еще, друзья, конфеты, конфеты. И посмотрите, как интересно упакована гирлянда. Специально сделано, при открытии сработало. Конечно, очень круто. Большое спасибо, Сергей, тебе за такой отличный подарок. Мне очень понравилось вообще исполнение, задумка. Просто круто. Модели отличные. Спасибо за сладкий подарок. Всех благ тебе, твоим близким. Вам, друзья, всех благ в новом году. Всем крепкого здоровья сибирского, чтобы не болели. И также хочу пожелать любви, финансового благополучия и творческих успехов.